Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым проектом. Зашла я вчера рано утром в него. Чайн или Чайн АДС, ну, вот такое вот название. Заработать до 140% кэшбэк, реклама и заработок на одной площадке. Это рекламная платформа. Вот. И когда я заходила, здесь народу вообще очень мало было. И сейчас уже почти 1500. И пошли уже первые выплаты, друзья. Здесь последние регистрации идут. Значит, до 140% кэшбэк, не более 20 рекламных кликов в день. Работа рекламного пакета. Пакет работает 30 дней и можно без личных приглашений. И минимальный пакет здесь стоит $3. Здесь также можно работать абсолютно без вложений на просмотре сайтов, как в Буксе. Но это, друзья, нереально. Вот. Значит, пакет $3, 10, 40 и $100. Значит, это все здесь можно прочесть. Реферальная программа 4 уровня, 10%, 2, 2 и 2%. Здесь последнее пополнение и вывод. Кто-то уже вывел $10. И платежная система. Здесь это все можно прочесть. Также есть вопросы-ответы. Можно прочесть все. Регистрация, друзья. А также сразу установить флажок. По умолчанию я вот уже поставила русский, прежде чем регистрировалась. По регистрации, значит. И, так, логин, имейл, два раза пароль. Ставите язык. И так как я флажок установила, у меня уже страна по умолчанию была. Разгадываем капчу, нажимаем регистрация. Все просто. Вход по логину и паролю. Я очень долго думала. В общем, решила я закинуть сюда $3 и купить один хотя бы пакет. А там уже будет видно, покупать еще или нет. Без вложений, друзья, я сказала, это нереально, так как здесь в день дается, конечно же, одна рекламка. Я вчера одну рекламку просмотрела, но вот такое вот количество. Видим, да? Это наша домашняя страничка, и сразу вот здесь у нас находится реферальная ссылочка. За $3 это 30 дней будет работать, 115%. И мне дадут 200 ПТС визитов. Я могу 200 как бы рекламок загрузить сюда. Ну, давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это панель управления. Здесь, друзья, у нас вопросы-ответы. Это все прочтете. Я вам лишь скажу по выводу. Это криптовалюта биткоин $15, вывод минимальный. Интериум 15, биткоин кэш и лайткоин по $5. А на Pair и Perfect Money минимальный вывод от $1. Ну, естественно, пополнение Pair и Perfect Money $3, так как минимальный пакет стоит $3. Ну, тут уже прочтете сами. Так, мои пакеты, у меня пока нет ничего. Я не пополняла профиль. Я лишь тут установила аватарку. Здесь выбрать файл. Кликайте сохранить и аватарка. Так, реклама. Здесь можно будет, ну, это рекламная платформа, рекламить свои проекты. ПТС, значит, АДС. Сюда. Реферальная ссылочка, заголовок, краткое описание, 1000 визитов, $3. Можно с баланса покупки и с баланса на вывод. Как бы и таким образом кликаем купить, рекламить свои проекты и баннеры.
За 3 доллара тут дают 25 тысяч баннеров. Можно загрузить. Также реферальная ссылочка. Выбираем файл. Баланс покупки, баланс прибыли. Это баланс на вывод. Покупаем. И здесь будет отображаться на, как бы, статистика. Заработок. PytoDS. Нет ничего. Вчера не было, и сегодня их и не будет, я так полагаю. А Surf ADS, вот, без вложений. Ну, вот, два баннера. Был один баннер. Значит, кликаем смотреть. Вот здесь идет отчет таймера. Давайте подождем. Здесь ни капчи нет, ничего. Просто таймер закончится. И все. Возвращаемся на домашнюю страничку. Как видим, если хотите перейти на сайт, переходим, возвращаемся в кабинет. И еще вот одна рекламка, это уже я потом просмотрю. Так, это по заработку. Но, как видим, да, это ни о чем, вот этот заработок. Вкладочки рефералы будут отображаться наши партнеры. У меня один человек пришел, второй уровень, третий, четвертый уровень. Далее, транзакции, у меня нет ничего. Здесь поддержка. Если будут вопросы какие-либо, тема, сообщение, капча, отправляем. Рекламные инструменты, здесь очень много баннеров, конечно. Вот. Видим, да? Кликаем. И баннер на любой вкус. Вот у меня в работе пока вот этот баннер. Я вчера загрузила рекламку. Ну и здесь новости. Вот. Значит, панель управления. Я решила купить пакет. Клику пополнить. Значит, пополнение Perfect Money Pair. Мгновенное начисление. Ну а криптовалюта после, конечно, подтверждения блокчейн. Я выбираю Payr, ввожу сумму и прикуплю я один пакет, пока там уже посмотрю. Так, USD. Ну, комиссия 3 цента, конечно же, подтверждаю. Поставлю на паузу и после продолжу. Я пополнила баланс на 3 доллара. И теперь кликаю купить. Ага, укажите ссылку на рекламируемый сайт. Сюда ссылочка, количество пакетов 1. Баланс покупки. Ага, сейчас я это все сделаю. Сюда вводим реферальную ссылочку. Так, проверяем. Количество пакетов 1, итого 3 доллара. Баланс покупки. Купить. И все. Вот у меня активных. Дата покупки 6-9. Стартер 1. И как бы все. Здесь статистика. Так. Теперь что? Мои пакеты. Это вот мои пакеты. Вкладочка вот эта. Теперь заработок. PytoDS смотрим. Ага, и видим, у меня PytoDS появилась рекламка. Так. Далее. Заработок. Это PytoDS. SurfADS есть. А SurfADS одна рекламка. Угу. Так, да. Ну, давайте посмотрим одну рекламку. Как она тут? Это DS. 15 секунд. Ждем. Вот этот проект похож вот на Coinity ADS. У меня тоже есть. Правда, подешевле рекламу рекламировать с 1 доллара. Вот. Кабинет. Все, таким вот образом я буду просматривать рекламку. Вот.
Ну, в принципе, здесь я вам все рассказала, показала. Кому интересно, заходите. И интересно, пройдите мимо. Наберу минималку. Естественно, я проверю его на вывод. Но у меня нет сомнений, то, что он будет платить. Конечно, он будет платить. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.